Но нету ситуации глупее. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Теперь вот отгоняю голубей. Познакомились по объявлению просто. Видимо, меня попутал бес. 90-60 на 90 оказались возраст, рост и вес. Вот отношение. Это моя книжка, называется «В мире мутных мыслей». Мысли здесь мутные. Отношение мужчины с женой. Ты мне испортила всю жизнь, погрязла в шашнях с мужиками. Ты предлагаешь развестись, я за. Обоими рогами. Вот отношение мужчины с его тещей. Мама приедет к нам погостить. Мамочку надо мою приютить. Может, ей комнату будем снимать? Сколько же можно ютить твою мать? Ну, значит, и гости, и жюри привезли диски, книжки, все это можно будет потом приобрести. Ну, рекламу все помнят. Не тормозились, не краснеем. Помните? КамАЗ подрезал паразит, и жизнь сейчас порвется ниткой. Хоть я успел затормозить, но сникерснул. И очень жидко. Ну, я специально начал с развлекушек, потому что если бы я ими закончил, то выходить после этого с лирикой было бы невозможно. Если кто-то хочет услышать мои авторские песни, это будет позже. А сейчас я попробую как исполнитель и хочу вернуться к классике авторской песни.